Сорокинский район – это исторический район со своими традициями, обычаями. И в текущем году Сорокинский район отмечает свое столетие. Естественно, за эти 100 лет набралось много исторических событий. Я бы в первую очередь, конечно, советовал посетить Центр историко-краеведческой работы, посетить деревню Калиновка, которая уже в фильме отражена, это культура мордовского народа, а также посетить другие национальности, у нас их достаточно много в районе, и можно тоже организовать туда экскурсии. Также хотелось бы, чтобы можно было посетить объекты культурного наследия, посетить лыжную базу, приобрести сувениры у наших мастеров-умельцев, ну и, конечно же, пообедать в кафе «Уют», посетить, отдохнуть и переночевать в лагере «Спутник». Вы, конечно, поставили меня немножко в тупик, потому что я сам родился и вырос в Вергинском районе. Я также желаю этому району процветания. И, тем не менее, призываю всех посетить Сорокинский район, район неоткрытых возможностей. Можно реализовать себя по различным направлениям. И также надеюсь и рассчитываю на победу.